Ничего себе, вы не только выжили, но еще и оставили сил. Молодцы. А ты снял куртку? Это, вы видите, как музыка, она меняет человека к лучшему. Молодец. Тебе поем песню про птичку. Весна, цветы, и птичка поет под окном. Глазки тревожные, путь зверошенный, о чем она поет, о чем? Птичка знает, любим в Хэмбиде, и пытается дать показания. Птичка знает, любим в Хэмбиде, и никому не нужны ее знания. Птичка знает, любим в Хэмбиде, и пытается дать показания. Птичка знает, любим в Хэмбиде, и никому не нужны ее знания. Тревожные песни. И птичка поет им в окно. Копы тревожные, дела безнадежные, не могут раскрыть ни одно. Птичка знает, любим Кеннеди, пытается дать показания. Птичка знает, любим Кеннеди, никому не нужны ее знания. Птичка знает, любим Кеннеди, пытается дать показания. Птичка знает, любим Кеннеди, никому не нужны. Копы тревожные, дела безнадежные. Мочи пацан! Весна, мой дом, и птичка воет мне в окно. Это все зря, послушай меня, я ведь тоже много знаю. Знаю? Молчу, да, Лёш, молчу. Умная, потому что девчонка-то. А птичка знает, любил Кеннеди, пытается дать показания. Птичка знает, любил Кеннеди, и никому не нужны её знания. Птичка знает, любил Кеннеди, пытается дать показания. А я знаю, я знаю. Никому не нужна. Никому, никому, никому. Ни тебе, ни тебе, ни ему. Никому. Никому, никому, никому не нужна. Время пошло, знаете, вот публика в зале, она вот им нравится, и они сразу достают телефон и начинают снимать. А когда снимаешь, танцевать нельзя, потому что дрыгается же кадр, понимаете? Не снимайте! Танцуйте! Ты спишь, когда гасят свет. Ждешь особых пример, но время не ждет письма наверх. Ты ищешь ответ, ты ищешь вопрос, прости, но тебя больше нет. Снова, снова, и тысячие свою выбираю. Тысячный день свою выбирай. Давай, давай, найди свою точку.
Кстати, это подходит к вашему городу? Мы-то о Минске писали, а вы-то побольше будете. Гонка снова, города, 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 и дорога моя обнимет куда. За собой, за тобой, за мной пропада. Зачем нет, когда нет куда? Быстрый сон, серый фон, я бегу. Ты со мною, здесь нет дожди. Здесь просто течет вода. Здесь нет мечты. У каждого своя колея. Здесь нет побед. Есть плановые вспышки и полный дождь. Не жду перемен, я верю ногам. Город, дух, город, Бог, город, храм. Быстрый сон, серый фон, я бегу. Ты со мною, здесь нет такси. Здесь просто течет вода. Увидеть от удара счастья.
отравиться. С высоты наслаждения на миг разбиться, 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 разбиться. Ну, а мы кайфуем на сцене, но это не к следующей песне еще. Вот. Дальше мы рассказываем вам... А мы не любим называть следующие песни. Неожиданность, короче, будет сейчас. Мы надеемся, не детская. Ну, попробуем что-нибудь изобразить. Ну, а вы попробуйте что-нибудь натанцевать. Да? Там зады, зады. Не боитесь, выходите. Сейчас Петербург будет думать, что Беларусь реально так разговаривает. Зады, не боитесь, выходите. Ну что, да? Да! Что уметь из себя святош, что уметь из себя не то, что что не смотрите этих самых фильмов из вас таких. Сварить бы мне компот, суп с суперфрукты. Суп с суперфрукты. Чтобы уметь из себя богинь, чтобы уметь из себя не то, что вы потрачены на радость красоты. Скажите, что не смотрите этих самых фильмов из фантазии. Сварить бы мне компот, суп суперфрукты. Суп суперфрукты. Здорово, здорово, вы классно танцуете. Спасибо большое еще раз от всего белорусского бульбашествия, что вы пришли сегодня вместе с нами, танцуете, поддерживаете Беларусь. Спасибо большое. Очень приятно. Ну что, да? Ну это была совершенно не реклама. Это чистой воды пропаганда. Алые сочные губы нам говорят про уборку. Острые длинные ногти бережно трут сковородку. Купи-к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 упи снова. Копи-копи-копи-копи-копи-копи-копи. Смысл жизни в этом мире. Здесь могла бы твоя реклама, а пока она спонсор твоя мама. Здесь могла бы твоя реклама, а пока она спонсор твоя мама. Thank you.
станешь богиней буквально. Сугроб со здоровьем в рулетку. Копи, 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 копи. Купи, 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 купи снова. Копи, 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 копи. Смысл жизни в этом пи. Здесь могла быть твоя реклама, а пока наш спонсор твоя мама. Здесь могла быть твоя реклама, а пока наш спонсор твоя мама. Нужно меняться, а не менять. Поздно ложиться и рано вставать. Прыгать и падать, летать и ломать. Нужно меняться, а не менять. Вот когда ты станешь во главе канала, малыш. А пока наш спонсор, наш спонсор. Твоя мама здесь могла бы твоя реклама. А пока наш спонсор, твоя мама. Здесь могла бы твоя реклама. Ребятки, устали? Как? Как нет? Столько плясали и не устали? Да вы бухие! Ну что, давайте вместе похлопаем вместе с нами. Есть песня такая у нас про молодость-то. Еще вместе. Без ваших инструментов никак не получится. Свою.
Да, спасибо большое. Вы нас очень поддерживаете. Наверное, вы нас балуете. Нет? Ну тогда мы вас чуть-чуть побалуем, и еще немножко танцевальной музыки. Потому что мы вообще, я уже говорила вам, мы кайфуем. Может быть, этого не видно со стороны. Нам классно вместе лопать, вместе спим, вместе жрем. Вообще обожаем друг друга, поэтому песня следующая посвящена именно нам. Никому другому, конечно. Хочу научить вас одному. Подожди, Николай. Подожди. Я хочу научить их танцу. Иди сюда. Вот никто не видит, как ты выглядишь. Ты одел туфли, а никто даже не знает, что они не подходят к твоему костюму. Вот. Смотри, значит, Коля научит вас танцевать юпуф. Называется так танец, мы сами изобрели. Значит, лицо, главное, должно быть очень-очень серьезным. Есть у вас такое лицо? Наденьте. Наденьте такое лицо, и мы танцуем. Мы просто шатаемся в целом. Примерно так, да. Попробуйте, попробуйте. Я не знаю, получится у вас. Очень сложно хореографически. Учились мы этому очень долго. Каждый обязан попробовать, потому что вы-то стесняетесь, думаете, не получится, а на самом деле выйдет хорошо. Вот, то есть мы, да? Это юпуф. Да, спасибо, Николай. Еще я хотела сказать, Коля главный у нас, потому что начинает всегда он. Поэтому вот сейчас Коля начнет песню, и мы с вами станцуем юпуф. Только, ребят, серьезно. Лицо, лицо, это важно. Специальные.
Вот. Ну что, вы передохнули. Мы увидели, кто здесь есть кто. Кто питерский, кто не питерский. Вот. Но мы не делимся. Мы вместе организовываемся и дружим. Так что дальше мы споем песню про деньги. Все очень просто. Бабло! Девчонки, подвязывайте! Ах, как хочется есть за правду, а не в копейки на театр. Ах, как хочется жить красиво в районе Монмартра. Бодрись, Валера! Бодрись, Валера! Ты чё такое? Статичный, бодрись, Валера! Борись, Валера! Мне сон приснился, оптимистичный! С неба падают деньги, красиво поляки сыпаются. Деньги! Их у меня сколько хочешь, но только до конца ночи! Ой, как у вас тут классно танцуется! Борис Валера! Борис Валера! Ты чё такой статичный, Борис Валера? Борис Валера! Мне сон приснился, оптимистичный! Оптимистичный! С неба падают деньги, красиво порядки сливаются. Деньги! Сколько хочешь, но только до конца ночи. Но только до конца ночи. Но только до конца. Вашингтон, Гамильтон, Франклин и Джексон. Вашингтон, Гамильтон, Франклин и Вашингтон, Гамильтон, Франклин и Джексон. Вашингтон, Гамильтон, Франклин и Джексон. С неба, с неба деньги, деньги. С неба, с неба деньги, 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 деньги. С неба, с неба деньги, деньги. С неба деньги, с неба. С неба падают деньги, красиво поряд и сливаются деньги. Их у меня сколько хочешь, но только до конца ночи. Ой, вы такие зажигалки, я там побывала, Лёша. Может, кидай ты бас, иди танцевать. Не? Ну что, а мы продолжаем, не останавливаемся. Продолжает выступать группа Югославии из Республики Беларусь. Пустой вагон разгоняет тебя спасибо, вагон. Верный путь, не верь, невозможно. Есть законы, делать осторожно, не согласны. Пройдите сладкий порно. И не смогла и верить, уйти подальше. Нужно жить так, как написано в бумажке. Право-влево, вернись, вернись, вернись. Лучшие дни нас покидают завтра, сегодня, вчера. После и пополам нас разрывают мы. Быстро сгорит. Спасибо вам.
все жить так, как написано в бумажке вправо, влево. Вверх вниз, вверх вниз, вверх вниз. Лучшие дни нас покидают завтра, сегодня, вчера. После и пополам нас засыпают мысли тебе, дорога. Вот. Лучшие дни. Покидают завтра, сегодня, вчера. После и пополам нас засыпают мысли тебе на ногах. Вот лучшие дни нас покидают. И пополам, пополам, пополам нас засыпают. Как бы нам с вами не было здорово вместе! А как нам вместе с вами? Здорово, еще раз. Не, как-то не очень. Еще раз. А, да, неплохо, неплохо. Так вот, как бы белорусы не заводили Питер, но все приятное всегда заканчивается. Но заканчивается оргазмом, ребят, все самое приятное. Поэтому попробуем сделать последнюю нашу песенку, такой прям... Попробуем, Лёш. Ну, от тебя все зависит. Попробуем? Нет? Да, Лёшка, да. Он сделает. Он просто не может вам сразу сказать. Да, да. Он загадочный очень. Да? Убегаешь, бежишь. Убегаешь, бежишь. Оставайся, мне так много нужно узнать. Боец, молодец, оставайся, мне так много нужно узнать. Ты любишь день или ночь, собак или кошек, но ты бежишь прочь, прочь, прочь. Постой! Да-да-да, убегаешь, бежишь, к черту на куличке, я живу в своей картонной коробке. Капель спички. Давай, сделай красиво!
Раз он сделал, что обещал, громче, девчонки, пищим, как мы это умеем. Да, ёшки, это Андрей. Поаплодируйте, пожалуйста, ему. У него он самый патриотичный. Вот так. Есть у нас Коля. Поддержите человека. Ну, целый концерт за спиной сидит. Так, еще есть одна девчонка. Вот эта, классная очень. Есть вы, спасибо вам, что вы были здесь. И, конечно же, я. Да, и слышишь, шоку на куличке. Я живу своей бедной коробке. Чёрт на куличке, я живу в своей бетонной коробке. Вместе с вами, кто был у нас сегодня? Вместе У, Г, У, Г, громче! Еще Югославия! У, У, Югославия! Вместе с вами на путь пошествии! Спасибо вам большое. Сейчас ребятки выбегают на поклон, а я пока прошу подняться всех музыкантов, которые участвовали сегодня в этом бульбашествии, и вчера тоже, и завтра еще будут участвовать, но это уже секрет. Выходите на сцену, давайте фотографироваться, давайте нас все запомнят. А пока Югославия кланяется. Раз, два. Музыкантики, не стесняйтесь, давайте живые. Ну выходите, или мне вот вытаскивайте вас, я могу ручным способом. Аплодисменты могут-то и не стихать-то вовсе. Это ребята, которые заняли ваш вечер. Своими посмотрите, как их много. А, всех. Но я хотела вначале музыканта, чтобы поаплодировали музыкантов. Это же бульбашествие, давай всех. Лёш, сейчас, подожди. Я хочу вначале музыкантов. Музыканты, пожалуйста, все здесь музыканты? Группа Илили, вы все? Здорово. Отлично. Вот это музыканты. А теперь объединяемся, заходим сюда и делаем совместную фотку. Кто нас фотографирует? У кого есть фотоаппарат? Любой. Дело не в качестве фотографии. Самый нефотогеничный. Давайте, фоткайте нас. Давай. Ребят, все давайте все сюда. Давай. Опа-да. Ребят, ну что, давайте. Вы были здесь, Жанна, давай сюда, вас поименно называть. Так, Петр, давай заходи, Алексей, входи, я угадала? Нет. Владислав, давай вперед, Георгий, Артем. Давай. Человек в капюшоне, ну что ж ты? Как-то тихо, да? Как будто, не знаю, на паспорт фоткаемся. А где аплодисменты? Где эйфория? Да? Все, получилось, Лёшка? Все, готово, ребят, готово. Так что, еще раз? Давайте еще раз. Раз, два, три. Ущербно. Ребят, ну что, спасибо большое всем, кто ездил, всем, кто пришел. Спасибо всем. Все свободны. Поцелуй вам всем. We'll be right back.
Пе, что это за песня? У нас такой нет. Ребят, давайте кайфанем тогда еще разок. Кайфанем, ну, чтоб все вместе, да? Это очень важно, кайфануть напоследок. Хорошо, давайте, ладно, сделаем это все вместе. Это комплимент не группе Югославии, а всем сообщаю. Это комплимент всему бульбашествию. Вы завели, ребят. Спасибо большое. Отлично, помещается. Ну что, давайте, заводите. Ну, да? Вообще, выходите к нам, кто хочет на сцену. Когда марта подряд недели, всех ломает, ну а мне в кайф. Ты в метро или у шефа под дверью, самое время танцевать. Это самое время танцевать. Счастье дай пять. Спасибо большое, ребята, вы супер! Вы лучше, чем группа Югославия.